Для того, чтобы Хаги работал, нужно все пропорции поставить на 100%, а Бойбу Тайп на 0%. Также нужно отключить все формы для тела, рук и ног, чтобы они стали квадратными. Должно получиться вот так. Время туториала. Ставим деревянную палочку и на ней строим металлическую ногу высотой в 4 блока. Уровень скрепления ставим на красный. На рулетке ставим 0.2 и поднимаем блок на одно деление. На этом блоке ставим еще один блок. Здесь у нас будет тело. Шаг перемещения ставим на 0.5 и ставим 2 шарнира. Поднимаем тело повыше, чтобы оно было высотой в 5 блоков. Все деревянное перекрашиваем в красный цвет, а два нижних шарнира поднимем в желтый цвет. На желтый цвет мы будем ставить масло, а красный мы будем удалять. Садимся на стульчик и ставим два тортика, чтобы они из нас выпирали, и удаляем нижний. Теперь тортик прикрепляем к телу. Удаляем тортик, ноги готовы, сохраняем, и сейчас давайте пройдем тест. Садимся на стульчик, ставим два тортика и удаляем нижний. Удаляем все красные блоки и на желтые шарниры ставим масло. Во время этого ни в коем случае нельзя прыгать. Сейчас отключаем фиксацию и проверяем анимацию ног. Отступаем 3 деления и ставим шарнир.
Теперь запуск. Ставим в себя два тортика и удаляем один нижний. Теперь удаляем все красные блоки и на желтые шарниры ставим масло. На руках масло ставим максимально высоко. Теперь делаем декор. We'll be right back.
На этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Геймс. Всем пока!